Привет, установочный центр PCAuto. Сегодня у нас Mercedes GL и до оснащения его магнитолой на андроиде. Как мы видим, большой экран, IPS-ный, яркий, металлический корпус. Все, магнитола подходит, это как родная. Машинка едет. Металл, древесина, кожуля. Что может быть лучше? Значит, при этом у нас работает, естественно, штатный руль. Щелкает громче, тише, вперед-назад. Есть USB, есть поддержка видеодвижения. Стоит здесь нами поставлен TV-тюнер. Теперь вам показываем систему работы двух камер, передней и задней. Значит, включили мы зажигание, включаем заднюю. У нас отображается, показывает задняя камера. Нажимаем паркинг. Ничего не делаем. У нас 8 секунд отображается передняя камера. Передняя камера стоит в значке, в этом большом круглой, в этой тарелке. Вырубается. Далее едем дальше. Едем дальше. Припарковываемся опять, включаем заднюю. Там отъехали назад. Включили драйв. Поехали вперед. Там установились. Да? Значит, все это дело работает автоматически. Если мы, например, едем вперед, хотим просто смотреть вперед. У нас есть маленькая кнопочка. Маленькая черная кнопочка. Видно? Ее нажимаем один раз. И у нас включается передняя камера. И работает до тех пор, пока мы либо не включим заднюю, либо не нажмем еще раз кнопочку. Кнопочка это без фиксации, то есть ее можно на какую-нибудь штатную кнопку воткнуть. Не обязательно в этой машине. Такой вот девайс прекрасно работает. Блок переключения, как автомат Калашникова. Заходите на наш сайт, ссылочка в описании. Выбирайте магнитолы, блоки для ваших автомобилей. С вами был установочный центр PCAuto.